ладно, дружок. Успокойся. Я могу открыть эту дверь. Ты же не против? Я так и думала. Но нам с тобой нужно договориться. Понятно? Отойди подальше. Слышишь меня? Я не желаю тебе зла. Но если ты выкинешь какой-нибудь фортель, я брошу тебя гнить здесь. Ты меня понял? Отлично. Доктор! Что с тобой случилось? Не можешь говорить. Да. Мы вызволим тебя отсюда. Быстрее. Быстрее. Ты все, что у меня есть, чудовище. Но все будет хорошо. Какими бы ущербными мы ни были, нам есть место в Новом Иерусалиме. Нет. Нет. Где ты, чудовище? Где ты?